Всем привет! Сегодня днем я сделал флешечку. Ну, давайте ее посмотрим. Я там просто поменял картинки в меню. Мне не нравился светлый фон. Поставил две операционные системы. Ну, давайте глянем, как это дело смотрится на эмуляторе. Заведем пароль пользователя. Вот таким вот образом. Стандартный, значит, мультисистемовское меню загрузки, оно такое желто-синее, там яркое, сильное. Не очень мне нравилось, как цвета там были решены. А здесь так вот нормальное, как говорится, менюшка. И вот особенностью, значит, этой программы является вот что. Вот запомните это. Это очень полезная программа. Это поисковик операционных систем. Называется он Super Group Disk 2. Вот оно. Нажимаете на него. И вот у него есть меню. Detect any operating system. То есть он выявляет любую операционную систему. Ну, поскольку на виртуалке он ничего не выявит, но я вам специально снял ролик еще днем. Посмотрите, как это работает вживую. Итак, я нахожусь на флешке, и как я говорил, значит, первым делом мы проверим, как работает Super Group 2 диск. Значит, Super Group 2 диск, значит, я на него навел курсор, нажимаю Enter. И вот он меня откидывает. Выявить любую операционную систему. Вот то, что нам надо, что бывает при самых, сказать, неприятных обстоятельствах. Нажимаем Enter. Вот он вначале пишет, что ничего не находит. А вот теперь посмотрите, что он нашел. Он нашел Linux Mint. Он нашел, значит, на 10 разделе, на 9, на 8 и на 1. И нашел Windows. Вот таким вот образом. Поэтому, если я сейчас нажму на Linux Mint, то я обратно, грубо говоря, попаду, значит, на свой Linux Mint. Вот. Снимаю вживую. Вот так вот идет, значит, загрузка. Я специально не прерываюсь, потому что вот, чтобы просто видели пользователи весь процесс загрузки вот с помощью этой чудесной программки. И ее, значит, можно, она встроена в мультисистем, поэтому там вы можете насаживать на нее всевозможные операционные системы, которые она воспринимает. Но вот эта вот возможность, она практически у вас будет уже присутствовать, скажем так, всегда. Потому что на флешку она, значит, уже установлена. Просто нужно знать к ней пункт. И поэтому, если у вас случится какая-нибудь там неприятность, и вы не сможете, допустим, запустить компьютер, будет просто, допустим, черный экран, или, допустим, будет сообщение «No operating system found», не найдено, типа, операционных систем, то с помощью вот этой программки вы всегда сможете найти операционную систему, если она есть, и где-то там в 8, там в 9 случаях из 10 загрузиться. Вот таким вот образом. Значит, поставлено, значит, две операционные системы, Fedora и Manjaro. Обе работают, обе грузятся. И особенностью, значит, является еще что, что, значит, вот здесь вот, я сейчас запущу Gparted. Вот, User. Так вот, особенностью является вот такая хитрая штучка. Значит,
Я отформатировал в таблицу, сделал разделов MS-DOS, затем, значит, сделал раздел 2,7 гигабайта, потому что у меня вот здесь вот 1,2, 1,4, это 1,6, ну и 100 мегабайт прибавил на всякий случай. Вот он в виде пустого беленького сектора и видео. Раздел FAT32 на флешке для флешек. И оставалось у меня 1 гигабайт, я его разметку сделал в формате Extension 2. Ну, оставшееся место, то есть около гигабайта получилось. А поскольку ни Manjaro сборка, ни Fedora, они не могут сохранять изменения, у них нет режима Persistent, то я сделал для них кладовочку. А то есть после перезагрузки все изменения, которые вы делали в Manjaro или Fedora на флешке, они исчезнут. Но вот если вы какой-нибудь там файлик скачали из интернета или еще что-то, то размером до гигабайта вот эти файлики хранить можно вот здесь вот, в этой кладовочке. Вот. Значит, Extension 2, и называется, значит, она вот так вот, Casper RV. Вот запомните. Вот Casper RV. А значит, 2,7 гигабайта, значит, сделано в формате FAT32. Вот таким образом, значит, разбивается файл, разбивается флешка на два раздела, и у вас практически задействовано почти что все пространство из этой флешки. То есть 3,72 гигабайта используется, скажем так, практически на полную катушку. Вот таким вот образом. Поэтому, значит, что я могу порекомендовать? Ну вот флешка стандартная, значит, там она будет давать просто-напросто там желтое меню загрузки. Ну, сделайте желтым. Я тут просто уже, как говорится, решил сделать такую, скажем, флешечку для себя. Ну, сделал для себя, как говорится. Ну, у меня получилось меню загрузки, скажем так. Вот такого вот симпатичного цвета. Ну, кто за этим не гонится, так и ради бога, останавливайтесь на стандартной схеме и все. Это вот, значит, ваши программы. Причем Manjaro в двух вариантах, простой и плюс еще с, скажем так, с кодеками, с платными, но тут они бесплатные. И плюс, значит, вот это вот чудесненькая программулина на поисковик операционных систем. Вот, как говорится, такие вот маленькие полезняшки, но они, как говорится, бывают порой очень и очень полезны для людей. Так что вот могу порекомендовать, значит, чтобы вы практически там, какую бы там сборку там не ставили при помощи программы Multisystem, у вас всегда вот этот поисковичок групп 2, он всегда будет присутствовать, и при помощи этого поисковичка всегда можно будет, как говорится, загрузиться. Так что вот желаю вам всяческих успехов и, как говорится, до новых встреч.